Есть шанс успеть 4 ебануть. 45 минут осталось. Более-менее нормально, сейчас попробую, просто этот встал. Сейчас мы едем, сейчас немножко отдохну. А можешь ленту убрать, ленту, чтобы не намотало на колеса. Давай, ты первый. Не, я сам, спокойно. Правильно, там, блядь, столько траекторий, каждый раз еду и не понимаю, блядь, куда, ну, вот этот выезд. Прострелочно? Говорят, типа, надо ехать по камням, но там никто вообще не ехал. Вам, thank you.
меня поймет. У него стимула нет. У него нет стимула. Да, расслабился, он же тогда вообще в топ-3 заезжал. Что ж сейчас? Тут второй, тут третий. 16-й где-то, ну я сошел. Бля. Я уже не поехал. Ну сейчас, если глянуть на Машу. Начал упираться нормально. Я упирался, я уже... Я думаю, как ты меня тягаешь? Там гора, которую... Вторая или третья, где... Ты отодвигал чувака. Да. Я думаю, так, вот окно я должен. Если я сейчас это не сделал, я должен пострадать. И ты только тянул. Чувак, если я хотел. Одному чуваку лапку подвел. Я видел, как она гнется просто. Когда первая гора была... Ну. Назад ты же отъехал, что ли? Да, и я ему сложил ее на минус. Он просто на нее смотрит, я говорю, прости, друг. Это Сергею как?